Мы плачем из-за своих ссор с родителями, а у кого-то родителей уже нет. Мы жалуемся на нашу работу, а кто-то мечтает о любой работе. Мы ненавидим себя за то, что объедаемся на ночь, а кто-то просто мечтает о куске хлеба. Мы бесимся на своего любимого человека из-за пустяков, а кто-то его потерял и никогда уже не вернет. Нам не нравится бардак в нашей собственной квартире, и мы мечтаем переехать в огромный дом, а кто-то просто хочет иметь собственную кровать.